Когда напал Красный Легион, мы чуть не лишились всего, что нам дорого. Нас спасло чудо. Пробуждение странника. Это новое начало. Карты пусты. Правила стерты. Мы знаем только, что нам надо стать лучше, чем когда-либо. Этот маленький уголок Вселенной — единственное место, которое всегда будет нашим домом. На нас направлены завистливые взгляды. Мы доказали, что не боимся любых захватчиков. Но свет странника пробудил нечто прямо у наших ног. Война только начинается. Их, ты меня слышишь? Угу. Жуткие валуны, роботоубийцы, люди в смертельной опасности. Серьезно, ты еще не устал от этого? Усталость — препятствие на пути к цели. Как и жалобы. Ну, Герми вылетел. Ну, это нормально, у него сегодня проблемы с интернетом. Вот теперь я жалуюсь. Соберись, Агира. Алло. Да-да-да-да, я тут. Спасибо, Кусь. Небо пугает. Сейчас бы, блядь, сука, на заставке вылетит. Лафасал! Нужна помощь? Снова? Нет, спасибо. Ну? Осирис? Что ты увидел? Притормози! Погоди. Я ведь... О, чёрт! Беги! Слева! Справа! Речь нейтральна! Не благодари! Знаешь, я заметила, что из всех возможных реальностей ты постоянно выбираешь те, в которых мы становимся мишенями. Нужно уходить. Если план Вексов сработает, все будет кончено. Он видит твой свет. Уходи! Нет, я тебя не оставлю. Без меня ты не вернешься назад. Если я не остановлю Вексов, возвращаться будет некуда. Это ради нас обоих. Даже не... Осилие! Мощно, Destiny 2, проклятие Осириса. Угу. Что кушаешь? Как тебе мощно, очень. Как тебе так сказать, жареную картошечку типа чипсов? Ты меня слышишь, алло? Да, да, я тебя слышу. Я так понял, что ты вылетел там... Игрок покинул игру, я такая, ну а. Так. Ну что нам расскажет теперь? Не а? Да?
Страж. Да. Спасибо, что пришла. У меня есть новости с Меркурия. Так. Странные вести от культистов, упорно живущих в развалинах. Обычно я игнорирую их теории заговора. Но один из тайных людей нашел это. Опа. Мертвый призрак? Она не мертва. Ее зовут Сагира. Я знаю ее уже очень давно. И ее стража. Осириса. Того самого Осириса? Стража, которому нет равных? Героя шести фронтов? Ну все, погнали. Завала бы не оценил твое сравнение. Большинство стражей не произносят имя Осириса. Единственного командира авангарда, изгнанного из города. И того, кто показал мне, что значит быть варлоком. Мы нашли Сагиру на Меркурии. Произошел всплеск активности вексов на планете. И ты думаешь, что в этом замешан Осирис? Алло. Я должна разобраться. Я тебя слышу. Даже если авангард не хочет. Мне уже когда греб, я потеряла начинает. Свет, у ты меня когда не это? Осталось ничего. Будешь да я думаю, знаешь, слышишь ты меня в этот момент или потом нет? Потом прилетела да, ты ну и помогла мне вернуться назад. Мне снова нужна помощь друга. Лети на Меркурий и возьми Сагиру. Последователи Осириса могут знать, что означает ее появление. И пока что держи это в секрете. Не хочется бросать тебя со стены. То есть у тебя миссия пошла, да? Ну, пока только заставка. Это была шутка, да? Да, это шутка. Мне написало то, что сюжет Земля. Когда я в этом... Вот, а вот теперь, походу, пошла миссия. Странник превратил Меркурий в большой сад. Он был настоящим раем до прихода вексов. Они заменили ядро планеты на сеть своих машин. Мы называем ее Бесконечный лес. Это непрерывно растущий лабиринт реальностей. Там нет двух одинаковых дорог. И оттуда еще никто не выбирался. Осирис стал одержим этим лесом. Добро пожаловать на Меркурий. Знаки поведали мне о твоем прибытии. Какое совпадение? Мы тоже следовали знакам. И под знаками я подразумеваю факты. Это тоже знак. Я брат Венс, последователь Осириса, хранитель маяка. Главный архивариус запретных истин и оракул пророчеств. Не у я не понял, но очень интересно. Ура, блядь. Чё, загрузился? Заебало. Мне уже реально горит от этого. Ну ничего, завтра будет нормально. Откуда ты знаешь? Может и нет. Может и нет. Врата вексов. Осирис изучал их. Лучше быть оптимистом, чем пессимистом. Он был уверен, что это дверь в бесконечный лес. Единственный шанс найти Осириса — открыть эту дверь. Икора Рей, величайшая ученица Осириса. Брат Венс, величайший фанат Осириса. Слышал?
все. Угу. Все, да? Что? Да я тут на своем. Опа. Да, СТЗ быстрый. Я как кролик. Быстрее меня никого нет. Врата в бесконечный лес. Место, откуда еще никто не возвращался. Даже Осирис. Ну все. Блин. Надо мне прикупить потом. Ну, давай, да, в принципе. Я готов, если ты готова. Да я готов, как никогда. Мы не можем пройти через врата. Может, если мы разбудим призрака Осириса? Храни нас, Осирис. Его призрак у тебя? Сакира? Прошу, пожалуйста, принеси ее ко мне. Да вы прикалываетесь, не было никого же, да? Ну, понятно. Обычные вексы. Да, вообще. Ты заметил это прям? Необычные вексы. Что опять тишина в чатике? Тячки. Тячки, да? Thank you.
Да, шуметь надо. В смысле? Шуметь надо. Ну да. Болтать, разговаривать. Угу. А то будет, блин, молчаливый стрим. Чё, какой толк от этого? Ну ладно, раз уж говорить по-серьезному, то и я сам говорю по-серьезному. Все, да? А я девочка? Понятно, все. Уничтожь тот модуль. Вексы, вышедшие из разных временных линий, собираются на Меркурии. Это плохо. Спасибо. Не знаю, что бы я делал, да, если нет. бы Осирис не послал тебя ко мне. В знак благодарности последователи Осириса помогут тебе оживить его призрака. У нас на земле есть скрытый храм. Отнеси туда Сакиру. Окей. Я сообщу последователям о вашем прибытии. Теперь на маяке безопасно, и мы сможем начать подготовку к возвращению Осириса. Сбываются все утерянные пророчества. Я скоро встречусь с самим Осирисом. Нормально. Ну такой чё-то он тебя стрёмный, стрём. Да? Или не пошли? Да. Ну, да. Я все сделал. Так. Меркурий. Хотя, стой, погоди. У меня 312 сил, и сколько я броню Рейдена получу, если пересоберу заново? Ой, видишь, сразу, ну, Максимочка. Ну, понятно, да, да, да. Все плохо. Я не хочу идти к исполнителю с таким донесением. Так, покрасить. Все, я готов. Не сидеть и жрать, блядь, от горя. Ну, поздняк уже. Это знаешь, когда девушку к себе позвал, да? Первое время у меня поживешь, а утром домой поедешь. Угу. Куда прилетел? На Меркурий. Нам на Землю. Погоди, нахера? Потому что задание на Земле. Открой карту и нажми Ешку. Ёб твою мать, нихуя себе. Давай хотя бы этого возьмем, эти поручения. Ну давай. Наверху там.
Последователи приветствуют тебя, страж. Необычный выбор, прикольный. Но не самый плохой. Бля, нихера себе, реально. Совершайте убийство гранатами на Меркурии. Все на Меркурии это надо делать. Понял? Ну, мы и так на Меркурии. А нам на Землю. Я понимаю. Ну, полетели тогда на Землю, ладно. Ну, с кем не бывает, ну? А я не могу. Слышь? Герме? Я понял. Ну ладно, пока тут подождем, в принципе, чё. Ну, значит, пока так, похрен. Сначала другого Пуська называют, а потом, ай, ну Максимочка. Не, я Кузька, все. Ты меня сейчас нормально слышишь? Угу. Короче, попробую вход поменять. Вход поменять? Угу. Ну, и USB-шный. Я понял. Другой. Угу. Зависит.
себе. Ой, а можно мне такой же? Найс. А привет. Минус. Так. Ну, на самом деле хрень какая-то. Типа. Я лучше так побегу. Поджигает. Окей. Так, что там еще не выполнено? Подожди, в смысле? Солнечной энергии, ну. А, солнечными способностями, да? Угу, гранатами. Хорошо. Погнали с револьвером. А, с этим, с луком. Кого? Ну, нахрен. Чатик опять затих. Никто не общается. Ты чё там загружаешься? Thank you.
что ли, мозг включить хоть какой-то? Да, пошли, я музыку хоть какую-то включу. Это прям вообще ужас. Скука-то смертная. Нормально. Ура! О, вернулся. А я уже музыку включил. Кто это? Скукота смертная. Чатики все молчат, никто не разговаривает. Знаешь, ты сейчас немного шутки будут глупые. Как я? Ну, ты знаешь, ты серфер, нет, а с кем это доска? Или знаешь, ну, сейчас, вот это надо с этим ходить. Ты охотник? Нет. Тогда откуда у тебя эта шкура? Я понял. А, укажите путь установки. Хорошо. Когда ты у мамы пикап-мастер, да? Угу. Да господи, умри уже. Вот и все. Нормально. Я 50 уровень. Блин, тяжеловато будет.
Ты меня слышишь? Да. Ты на Меркурии, что ли, бегаешь? Да. Не возвращайся на Меркурий. Пока попробую. Сейчас. Ты снова здесь? Пойду тоже покурить что-то. Курить? Ну, так, окей. На орбиту, да? Да. Я к тебе присоединюсь. Может, я к тебе лучше? Нафига? Не знаю. Так. Я мазохист, потому что пошел в ММО. Кто? Не знаю, парень в этом клане пишет. Это так и нормально. Ты будешь страдать. О, я это люблю. Что они мне что не пишут? Это то, что на шепот червя. А что за квест? Ушак, сошок и отрицание. Следующее дело, но оно... Так, пойду курить. Иди кури. Да, Венгас еще до сих пор 540. Рано. Угу. Какой? Не черепашка, который? Так, вот это можно разобрать, хотя... Пофиг. Сейчас я посмотрю. А он у Марины сидит. Где он? Он у Марины. Коллекция. Надо кое-что обновить, попробовать. Так, здесь у меня 337. Белый ворон. А, я ее не обновлю. Точно. Ладно, эпоха Мосс. Тарантула. У меня вообще луки доступны? Нет. Так, я тут, но не тут пока, на секунду. Так, давай запущу миссию тогда и выключу микрофон. Давай.
Так, нам на землю. Да, на землю. Угу. Поехали. Опять? Чего не я тут? Да походу что-то с USB выходом. Так ты тут или не тут? Я тут, но не тут. А, понял. Знаешь, по-простому. Обожаю спать. Я грёбаный кроватолюб. Аморальная подушка Фил. Серийный засыпальник. Кроватный маньяк. Не, ну это нормально, это в каждом из нас живет. Миссия. Справа там где-то. А, да, вот. А, ну туда? Да, вот она. А, стой, погоди, не запускай, я свернусь, музычку включу. Без музычки скучновато. Вот, я там же, блин, уже включил. Так, микшер. Двадцатку поставлю, я тебя чуть-чуть прибавлю. Все. Готов? Запускай. Ай, заметил, у Осириса точно такие же руки, как у тебя. Потому что он варлок. Ну да. А, там же выбор, опять же, был. Да, мне в точку. Угу. Подушка Фил. Под одеялко засыпальник. Одеяло, люб. Угу. Серийный засыпальник, во. А сейчас что-то катсцены даже не было. Странно. А, просто запустилось? Угу. Встретиться с... Чё? С последователем Осириса. Я еще гружусь. А, да-да-да-да, потому что ты грузишься. Что-то смотрю, миссии нет. Не показывается где.